значит, ты и я, зоологическая версия. Был вечер Томин, пахло декаденщиной. И думал я, а что ж тому причиной, что ни один мужик не понят женщины, а женщина не понята мужчины. Напрягши всю фантазию богатую и расстегнувши пуговицы кителя, я сел на стул и замер, словно статуя роденовского, кажется, мыслителя. О, сколько же с таинственностью жреческой страдал я над загадкою эпической, покуда разум мой нечеловеческий тут мерки не отрыл зоологической. Непонимание двух полов, грядущее и прошлое, увы, и настоящее в том, что мужчины все яйцекладущие, а женщины, увы, живородящие.